На словах и на деле работы по программе «Комфортная городская среда» в Бийске завершаются. Около 20 дворов уже готовы к приемке. Уложили асфальт и во дворе дома 90/1 по улице Ударной. Однако спор за право установки разделительного бордюра на общей со смежными дворами территории до сих пор не разрешен. Хотелось бы также вот в дальнейшем, чтобы такие ситуации не возникали, до момента производства работ все-таки вот эти вопросы решать. Вот по конкретному двору по Ударной этот вопрос можно было и решить до начала производства работ. И мы с этим предложением выходили к управляющей компании, также с собственниками разговаривали, но получили отрицательный ответ, что привело вот на сегодня, что демонтирован бордюрный камень. Это уже некое такое эстетическое и разрушение, и благоустройство такого вот уже визуально не будет, как бы это можно было изначально сделать и выполнить. Напомним, что жители сразу трех домов по улице Ударной не поделили проезжую часть. В итоге во дворе появился высокий бордюр. После выхода в эфир нашего материала к делу подключилась администрация города. 19 сентября, по информации, полученной из управления ЖКХ, подрядчик должен был срезать установленную бетонную преграду. Однако, как показала наша утренняя проверка, бордюр по-прежнему на месте. Отметим, что проектом наличие бордюра в данном месте вообще не предусмотрено. Главный инженер подрядной организации подтвердил, что преграда установлена по требованию жителей дома 90/1. Но, по его же словам, распоряжений на демонтаж ограждения из администрации не поступало. Добавим, что в управляющей компании, обслуживающей дом 90/1, куда мы вновь обратились с вопросом о законности установки дорожной преграды, нам в очередной раз сообщили, что убирать ее не собираются.